происходит традиционное у нас кормление уток после бани. Питье сухофруктов, да? Оп, на здоровье. Утки кормятся. Кто дает хлеб, туда и плывут. Вон туда поплыли. Штук 40, наверное. Селезни зеленые, шея, а утки коричневые, самки. Хорошо ребут. О, как он делает. Вот такая вот природа. После бани общаюсь с природой. Да, Свет, помаши ручкой. Январь, конец января. Люди парятся, кормят уток. Происходит единение с природой. Поплыли туда. Мужчина кормит. Здесь уже откормили. Теперь кормят здесь. Такой у нас вот отдых. О, ну как, нормально? Вкусно. А? Вкусно, да? Ну хорошо. А здесь вот особые утки ходят сами по себе. 5 штук, наверное, это смотрящие. У них здесь свое озеро. И, в общем, они здесь находятся на льдине. Вероятно, это особая зона какая-то, территория. Сколько вот их? 3-6 уток. То есть они отдельно от стаи. Это, наверное, единоличники какие-то. Посмотрите. Почему они здесь находятся? Мы не знаем. Надо еще разбираться в этом. Ну, так вот мы покормили уточек. Едем домой.